ценит комфорт для тех, кто хочет все-таки побольше красок. Лето впереди, оставляем темную одежду на зиму. Давайте знакомиться, мой выбор сегодня платье Валенса. И я выбираю для себя в синем цвете. Ну, Оль, правда, ни для кого не секрет, синие, голубые, бирюзовые оттенки – это мои самые любимые. Но скажу честно, меня здесь покорил дизайн. Посмотрите, все, что мы с вами так любим – цветы. Горох. Но горох при этом, вот я всегда думала, что он полный, Толь. А здесь, наоборот, я вижу подчеркнутую талию, я вижу струящийся силуэт. И буду задавать тебе сегодня много вопросов, как так происходит. Да, в этом платье есть много секретов, а о них мы обязательно расскажем. А теперь смотрите, какие есть еще цвета. Лаля выбирает цвет коралл. Посмотрите, как он ярко смотрится, очень эффектно и броско. Ну, а наша брюнетка Елена выбирает цвет морской волны, бирюзовый, и он ее очень украшает. Как, кстати, определиться с цветом? Если вы холодного цвета типа, женщина, выбирайте холодные оттенки. А если теплый, как наша Лали, и вот ей идет коралловый цвет, выбирайте цвет коралл. Ну, а для тех, кто предпочитает и темные, и светлые, и теплые, и холодные, выбирайте тот вариант, который выбрала Арина. Темно-синий цвет, где присутствуют и цветы теплых оттенков, и холодных. А теперь хочу отметить, это платье поднимает настроение за счет цветочного принта. Сегодня цветотерапия, и мы с вами готовимся к лету, заряжаемся позитивной энергией и заряжаем энергией окружающих. Да, мне кажется, с таким платьем энергии будет много. 2799 рублей – это цена. Оль, ну первое, о чем хочу спросить – это материал. Просто фантастика. Обнимает, будто вторая кожа. Платье на себе не чувствую, но чувствую, как оно струится. Чувствую легкость и понимаю, если на улице будет жарко, мне будет невероятно комфортно. А летом, вот, кстати, хочется быть и красивой, и нарядной, но при этом не хочется ни в коем случае каких-то неудобств на себе. Согласна, терпеть. Абсолютно. Эта ткань называется трикотажно-вискозное полотно. Посмотрите, как подтягивается. Вы видите, как платье будет подстраиваться под фигуру, потому что это трикотаж, а вискоза дает нам дыхание. Обращаю ваше внимание, что в этом платье вам не будет жарко. Чувствуешь такой легкий холодочек? Да, прохлада. Так вот, эта ткань универсальна. В ней не будет жарко, в зной и не будет холодно, если вы, например, с кардиганом или жакетом наденете прохладную погоду это платье. А теперь посмотрите на крой. V-образный вырез горловины. Причем запахом. Запахом, да. Очень выигрышно подчеркивает зону декольте, грудь подчеркивает. И, конечно, в этом платье мы будем смотреться еще более привлекательной. Спущенная линия рукава, она закрывает плечо. Кстати, мало я встречала женщин, которые любят открывать плечо. Достаточной ширины у нас плечо прикрывается. Деликатная женская зона, да. Все предусмотрено, все прикрыто, то, чего бы мы для себя хотели. Да, и обратите внимание, что у нас очень эластичная ткань и эластичные швы. Они исполнены трикотажной нитью и подтягиваются вместе с тканью. Ничего не будет жать, ничего не будет пережимать, тянуть. Эта ткань комфортная. Подарите себе ощущение комфорта с платьем Валенса. От 50 до 64-го. Оль, если платье настолько эластично, комфортно, то есть оно подстраивается, мы берем размер. Абсолютно правильно. Если у вас очень богатый верх, шикарная грудь, возьмите на размер побольше. Но вообще платье садится размер в размер. А теперь посмотрите внимательно на нашу модель Елену. Завышенная линия талии делает ножки бесконечными, а длина макси превращает нас буквально в нимфу. Платье Валенса. Определяйтесь с расцветкой, заказывайте прямо сейчас. Это идеальная возможность встретить лето во всеоружии. А вот, кстати, сколько впереди поводов? Лето это что? Это пора свадеб. Лето это пора выпускных. И на каждый случай нам нужно платье. Но и раньше, если мы с вами красивое платье выбирали, думать, я потерплю, пусть мне жарко, пусть неудобно, пусть чешется, но красивое. А сейчас мы можем уже не выбирать. Мы можем выбрать только то платье, которое нравится нам. Потому что оно уже практичное, красивое, легкое и, самое главное, комфортное. То есть вы не будете чувствовать его на себе. Будете чувствовать только восхищенные взгляды и комплименты. Вот хочется сказать, я обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Вот мне кажется, увидев в таком платье, вам именно так будут говорить след. 2799 рублей. Но мне кажется, Оль, решение для лета лучше не придумать.
думать. Ведь я в этом платье и сидела, да, и танцевала. Оно не мнется, мне вот это очень тоже понравилось. Слушайте, правда, платье абсолютно не мнется. Давайте проведем эксперимент прямо сейчас на ваших глазах. Я вот так вот скручу платье нещадно, абсолютно. Не жалею, да. Ни платье, слушай, ни сил. Ну, а спросите, зачем? А вот затем, когда мы собираемся с вами в отпуск собираем вещи в чемодан. Нам нужно уложить очень много вещей. Мы складываем плотно, сворачиваем, скручиваем. И что, утюг с собой брать не хочется на отдых. Но, посмотрите, платье Валенса не мнется. Вот я сейчас растяну, да, особенно в тех местах, где я сильно скручивала. Посмотрите, ни одного залома, ни капельки не помялось платье. То есть из чемодана достали, встряхнули, надели, и вечером уже отправляетесь на прогулку. Я уверена, многие сейчас пойдут в санаторий, в профилактории. Нужно платье, чтобы было такое, в котором выйти можно вечером, может быть, пойти на концерт. Это прекрасная возможность. Вы будете в этом платье одна, у нас партия ограничена. Это здорово, значит, ты точно ни подругу, ни коллегу, ни соседку по номеру не встретим в таком платье, только вы. Сногсшибательная, красивая и уверенная в себе. Три цвета на выбор. Коралл, бирюза или темно-синий цвет. Я свой выбор уже сделала. Оплата только по факту получения. Не волнуйтесь, вы дождетесь и аванса, и зарплаты. И потом с почты заберете свое новое яркое платье.